Привет, друзья, с вами снова Джексон, и мы с вами вновь возвращаемся в неоновую бездну, в Neon Abyss. И сегодня мы с вами посмотрим на персонажа по имени Амир, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, у нас теперь есть несколько персонажей, я уже об этом говорил, и попробуем сегодня поиграть за Амира. Он, мне кажется, наиболее интересным из четырех доступных, так как он имеет уникальную характеристику, он может просматривать описание предметов, не подбирая их. Это очень удобно в плане того, что хотя бы можно читать, о чем это будет, что это будет за предмет, и заранее решить, нужен он тебе или нет. У него есть много хп, одна граната с собой, и он будет терять по одному контейнеру сердца за каждый уровень. То есть получается, у нас там уровень состоит из 5 подуровней, получается, и у него в конце на последний уровень типа вообще одно хп останется, если нам не повезет, и мы не будем зарабатывать штуки, которые дают нам дополнительные сердца. Что ж, давайте не будем долго думать и вперед. Скрищ, и мы снова здесь. Ой, что за палка у него такая? Это так стандартная пушка выглядит, убого. Капец. Так, у нас тут три уровня, три ответвления, точнее. Йо, давай, а! А, не ешьте меня, твари! Блин, я на что-то наступил, видимо, в какую-то местную. Чуть-чуть меня побило, но это не страшно. Как вы помните, мы с вами прокачали одну скиллуху, которая нам теперь... В общем, она нам дала секретную комнату на каждом уровне. То есть на каждом уровне у нас с вами будет по секретной комнате. Так как у тебя попасть-то, как у тебя прыгучий? А, не ешь меня, огромный помидорин. Ты что такое вообще за фрукт? Или овощ, не знаю. Давай, сейчас я в тебя вот так вот буду стрелять, ты лошары меня достать не можешь. Ага. Ха-ха-ха, я умнее. Я умнее, собираем монеточки. Пипиу. Иди. Ух ты. Яйцо откуда-то выпало. Откуда-то из кармана вообще он достал его, по-моему. Яйца — это прикольно. Так, это у нас что? Это у нас телепортаторшная, да? Да, это у нас телепортаторшная. Здесь у нас ничего враждебного нам нету. А, так, здесь у нас дверь к боссу. Все окей, окай, запомнили, окай. Так, здесь тоже ничего. Телепорт. И тут, кстати, висит он, что где-то есть ящик. Где ящик? А, во. 5 монет. У меня только 4. Ну, ладно, чё. Так, торгаш. Торгашу нам тоже, в принципе, пока рано. Мы еще не заработали на торгашах. Поэтому давайте мы отправимся в другое ответвление. Давайте сходим наверх, чтобы потом по изичу пойти вниз. Эй! Твари, завались! Ты чё такая тварь-то меткая, а? Скажи мне. Это вообще червячки какие-то ползали, или мне показалось? Я что-то не заметил. А, или это он так по их ошметкам ходит? Так, там что-то наверху есть, бочечка. Бочечка, ну я не думаю, конечно, что в ней что-то полезное. Конечно же, в ней самое полезное ничего. Так, еще одна телепортаторшная. Ну, имею в виду свободная комната. Так, тут у нас есть граната. Мы ее бросаем, забираем ключ. Ключ полезен. Ключ полезен. У нас вот сейчас он будет полезен. Но сейчас так бы пригодилась граната. Твою маму. Ладно, мы запомнили. Мы запомнили, что нам теперь нужна очень сильно граната. Я теперь, кстати, узнал, что вот это за фиговины. Это штуки, которые нам позволяют или открыть, точнее не или открыть, а открыть бонусную комнату, в которую мы можем с вами телепортироваться. Я тогда открыл ее случайно, но сейчас мы ее можем добыть вот так. Эта штуковина имеет две формы. Вот одну такую кристаллическую, мы можем положить один кристалл, и видите, вот здесь внизу она зарядилась. Если бы я в нее случайно попал, она бы превратилась в красную. Ух ты, аж два предмета сразу. Ай, какая ляля. Ай-яй-яй-яй. Угомон. Спокойной ночи, приятных снов. Чё, блин? Что это за трешачило? Стальная труба. Реально, стальная труба. Мощная, прочная, стальная. Блин, слушайте, ну не знаю, какая-то сомнительная херотень, вам не кажется? Не знаю, давайте попробуем.
это опять было на выбор. Ну ну хоть предупреждали бы, а? Что это на выбор? Ой, демоны. Так, ладно, у нас третье ответвление осталось. Давай, хренак. И вниз. Попробуем пострелять из этой пуколки. Блин, я бегаю быстрее, чем у нее снаряды летают. Но будем надеяться, что они мощные. Ну да, смотрите, они мощные. Червячки, ну-ка лежать. Червячки, видимо, тоже как мобы считаются. И из них могут выпадать монеты. Ну, слушайте, в принципе, такая ничего. Херотация? Да. Да, из червячков выпадают монетки. Пиу-пиу-пиу. Точно, у нас же еще рукопашная есть. А че у меня яйцо не открывается? Так они не кончаются, когда попадают в какую-то цель, они летят дальше. Вот в таком случае, да, в таком случае эта штука прикольная. То есть они бомбят всех насквозь. И это круто. А, блин. Сам же нарвался. Эй, слышь, струха. На тебе. Пиу. То что ты? За мрах-то такой. Вылупление не удалось. Печально, печально. Так, здесь много сундуков, пробуем. 5 монет. Хер. Ладно, еще раз. Ура! Отлично. Отлично. Монетка. Здесь, конечно же, полное ничего. О, граната. Граната, это прекрасно. Значит, мы сможем открыть чуть-чуть вот ту комнату. Так, снова это. Так, открываем. Ключи у нас еще есть. Куча монеток. Еще монетка. Правда, одна. И вот она, смотрите, секретная комната. Но, блин, на нее тоже надо потратить гранату. Блин, придется. Но секретка лучше, чем тот ящик. В секретке два яйца. Если одно из них вылупится, будет круто. Ну, надеюсь, я не зря потратил. Вот сюда, кстати, можно было гранату тоже потратить. И вот сюда. Блин, слушайте, интересно нам тут подфартило. Ну или не подфартило, слушайте, я не знаю. А почему здесь отмечено еще... И там еще типа что-то лежит у меня. А, зачем я сюда иду? Здесь ничего больше нет. Все тогда. К торгашу, в принципе, смысла я ходить не вижу. Потому что... Ну, потому у нас 28 монет. Нафиг это надо, поэтому давайте завалим. Джордж, бог таблеток, мы его уже видали. Но сейчас мы ему наваляем просто очень быстро, наверное. Ой, нарывайся на мои таблеточки. Считай, что это тоже таблеточки, я пытаюсь тебя вылечить. Жалко, у меня, конечно, помощника нет никакого. Помощничек бы мне пригодился, конечно. На тебе. Я кодами, кстати, вот этими еще не пробовал пользоваться, которые вот у нас, если на escape нажать. Ай, блин, он прям, мне прям на голову висел. Прям на лицо. Прям на лицо. Вот эти, которые коды, через которые можно... вот сейчас вам покажу. Вот он, видите? Вот этот код. Если его ввести в начале игры, я упаду в бездну. Игрок наш упадет в бездну сразу же с вот этим вот... с вот этими белыми лепестками. А, это его фишечка. И с вот этой пушкой. Так, что-то мы там взяли. Доска для игры в Го. Для победы нужно найти выгодную позицию, точно выбрать время и остаться в живых. Повышает плотность огня и скорость передвижения. Ну, слушайте, прикольно, ну-ка. О, у нас теперь по два снаряда. Красота. Двигаем дальше. Здрасте, мордасти. Так, тут у нас вход за кристаллы. Окей. О, смотрите, он и правда бегать стал быстрее. Он и правда стал быстрее бегать. Так, стреляем сразу в помидор. Помидор надо ему навалять до того, как он до меня добежит. А то он жирный, страшный, я его боюсь. Пиу, 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 пиу. Ящичек разваливайся. И там, как всегда, ничего. А, блин. Вы что так неожиданно начинаете-то игру? Вот, блин, скиплин. Блин, скиплин. Видите, я в эту херню попал. И она теперь стала кровавая. Кровавой нужно приносить... в жертву кровь, чтобы ее открыть. Не чтобы ее открыть, а чтобы она нам дала возможность наполнить вот эту штуку, но мы, видите, первую открыли. Да хоры меня бить уже, слушайте, твари. Вот так, все, закончить, пожалуйста. Если мы отдадим сейчас кровь, она, по-моему, не заполнится, да? Нет, она начинает заполняться заново. Собака.
Собака! Что я могу сказать? Ничего нет. Так, будем взрывать? Нет, пока гранату побережем. Пока гранату побережем, мало ли что будет. Мало ли что будет дальше. Может, она мне будет жизненно необходима. Так, снова здесь у нас босс. И вон снова у нас тайник. В тайник мы идем. И граната нам, кстати, в любом случае нужна для... Вау, какая-то крутейшая маска. Киборг уменьшает количество контейнеров сердец, дает щиты, увеличивает... Чего? Ага, это минус сердца, но плюс щиты. Не, нафиг, у нас сердца и так убывать будут. Нет, мы не будем ее брать. Это 100% мы ее брать не будем, потому как из-за особенностей этого персонажа нельзя ему никоим образом уменьшать количество этих... количество сердец. Так, здесь вход за кристаллы. Заходим. Тут ХП. ХП монетка. Ну ладно, хорошая комната. Не, я не пожалел, что зашел. Прям ни чуточки. Так, а где тут? Тут вот у меня... На карте показано, что здесь где-то сундук. Здесь босс. Здесь ТП. А где сундук? А, он вон там, блин. Но на него тоже нужна граната. Нет, спасибочки, спасибочки. Мы двинем в другую сторону. Там у нас тем более 4 входа. Кристаллов у меня нет, поэтому идем наверх. Обидно будет, слушайте, если я сейчас вот здесь еще не найду кристаллы. Это будет вообще мега обидно. Что это за адские звуки? А, это ты вот такие звуки испускаешь. Этот чувак какает минами. Так, есть один кристалл, есть, отлично, нам хватит зайти в одну дверь, там, по-моему, требуется один всего. Давай уже кончайся, блин. Неудобная пушка, вот неудобная, серьезная пушка. Обычная, хоть и слабее, да что такое, почему я такой невезучий? Почему у меня не вылупляются чувачки? Это печально, это меня огорчает, очень огорчает. Хотя у этой пушки, слушайте, есть свои плюсы. У этой пушки есть свои плюсы, например, что она перед тобой создает такое мощное ударное поле, если на тебя кто-то надвигается, скажем так, он все равно получит люлей. Ура! Питер! Игривый котенок. Какой-то игривый котенок. Что он делает? Игривый котенок. Он собирает сердца и дает вам взамен заплесневелые сердца. При смерти выпадает случайное количество сердца. Чё? Блин, я знаю, что это за херня. Он, короче, я буду находить хпшки, а он их у меня будет отбирать. Тварь. Стопудово так и есть. А чё он взамен дает? Взамен заплесневелые сердца. А в чем прикол заплесневелых сердец, окей? Блин, у меня ключа нет. Потратил гранату, а ключа нет. Вот я лох. Так, тут у нас спокойно. Вот, он забрал его. Он забрал его и должен был дать мне какое-то заплесневелое сердце, но я ничего не видел. Еще 3 яйца. А можно его подставить? Его же можно подставлять под пули. И он кончится. Так, у меня есть 2 кристалла, мне хватит? 3 кристалла. О, а здесь? Странно, здесь же было закрыто. Не, реально, здесь же было закрыто. Вы же помните? Я же не сумасшедший. О, как она их порешала быстро. Червячки. Всем лежать. Стой, монетка, стой. Стой, монетка. Монетка, она хоть и одна, но... Все равно. Ее нельзя здесь бросать. Ей будет очень скучно и одиноко. Да. Нет, слушайте, так-то... В принципе, с какой-то стороны пушка хорошая. Пушка хорошая, потому как, ну вот они летят на меня и ничего мне сделать не могут. Оп, кончилось. Вот он. Так, заплесневелое сердце меня все равно вылечило. В чем тогда фишка? Оно, наверное, заплесневелое дает только половинку. Так, здесь у нас тоже ТПшечка, тут торгаш. У нас 68 монет. Блин, на него тоже 3 кристалла надо. Вы чё такие все на кристаллы-то жадные, а?
Так, ну здесь можно пожертвовать хпшкой. А, я броней пожертвовал. Так, здесь сколько? Два кристалла надо, забирай. Два кристалла я отдал и два кристалла получил. Потратил только хп зря, вот, вот серьезно. Лучше бы в торгаша сходил. Кончись, кончись, а! Все скончайтесь быстро в муках. В муках и ужасе. А ты почему не умер? Я в тебя тыкал ножиком. Это. В упор. А ты даже не шелохнулся. Магия рептилий. Опять так, нет, я туда залезть не могу. Я могу сюда пролезть только так. Хм. Нет, открывать не буду, у меня одна граната. И здесь где-то должна быть секретка, наша с вами разрушаемая желтая стена. Давайте мы сначала найдем ее. И она, скорее всего, вот здесь вот. За вот этой дверью. Три кристалла отдаем. Вперед. Слушайте, нет, она не здесь. Прикольно, в сундуке. Вай-вай-вай-вай-вай. Маска кендоиста. Кендо, точно, да. Шанс разблокировать наносимый вам урон. А, прикольно, дает шанс заблокировать наносимый мне урон. Это круто. Это круто, слушайте, ну я не заметил, где была секретная комната. Она должна быть на каждом уровне. Наш скилл генерит ее на каждом этапе. Здесь нет. Смотрите на стены. Я явно ее где-то пропустил. Там тоже нет. Здесь вроде как тоже нет. Какой высокий уровень. Хм. Так, и это я выпал в самом начале. Здесь тоже нет. И здесь нет. Очень странно. Очень странно, она должна быть. Она должна быть здесь. Я знаю, что она должна быть где-то здесь. Теперь мы к торгашу, кстати, не попадем. С таким маленьким количеством кристаллов. Но это не страшно. И здесь тоже ее нет. За этим она быть не может. Точно? А надо еще посмотреть вот там наверху. Там почему-то стоит звездочка. Я не знаю почему. Вот здесь. Может быть, оно там. Может быть, оно там, и я ее просто не заметил. Вот здесь. Нет, здесь вот эта штуковина лежит, и все. Здесь больше ничего нет. Нет, брать я ее не буду, потому что она мне уменьшит количество хп. Хм. Слушайте, ну я даже не знаю. Я даже не знаю, здесь ее тоже нет. Ладно, фиг с ним. Чтоб не затягивать, пошлите к боссу. Пошлите к боссу. Пяу-пяу-пяу. Пяу-пяу-пяу-пяу. Давай, мужик, кто ты там? Сэм, бог экранов. Ну, он язычный. Сейчас мы ему нафигачим по его монитору. Они хорошо его бьют, кстати, вот эти шарики. Потому что вокруг него летают и бомбят его. Сдохни, 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 сдохни. Давай, 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 кончайся. Ай-яй-яй-яй. Так, теперь он становится кучей экранчиков, которые надо бомбить. Блин, надо уворачиваться. Ай. Ай, что-то я плохо уворачиваюсь. Он чем-то сейчас вот напоминает босса из контур. Все, отлично, кончился. Обойма для винтовки. Не давая им высунуться. Повышает плотность огня и урон от оружия. Еще круче того. Ну-ка. Теперь три штуки. И вот смотрите. Размер шарика, вот этот размер снаряда, он нам косвенно говорит о том, насколько мощный урон мы наносим. И здрасте. Так. Идем быстро. Разваливаем всех. Ой, как они хорошо наваливают. Ой, как они хорошо наваливают. Но вылупление не удалось. Очень печально. Очень печально. Мне становится грустно, когда яичко не вылупляется. Кто-нибудь замените мне вот этого черта. Он забирает у меня хп.
Ключик у меня. О, кстати, у меня, да, есть ключик сразу сюда в секреточку. Ой-ой-ой, тут эта штука. Но здесь лучше отдать хп. Поэтому мы в нее стреляем, отдаем хп. Она почти зарядилась, смотрите. И что это у нас? Можно обойтись без ключа, есть шанс открыть сундук и дверь взрывом. Ну, блин, взрывом оно и так как бы открывается, если чё. Ну, не все, не прям все двери, но открываются. Так, хпшечка. Яичко. Так, ключа у меня нет. Окей, но мы запомнили, что здесь лежит ящик. Мы запомнили, что здесь лежит ящик. Двинем наверх. Та-та-та-та-та-та-та. Вам всем конец. О, медведь, нифига. Это что за терминатор? Воу. Вот это ничего себе было так-то. Давай, папа. В смысле, я хотел, чтобы ты в моего кошака попал. Вот, молодец. Давай еще раз. Ты где? А, вон ты здесь. Давай здесь появись. Так. Сколько у него хп осталось? Один. Давай. Так. Он, видимо, в другое яйцо попал. Ай! Ну давай, я хочу принести кота в жертву. Блин, я себя, блин, приношу в жертву сейчас. Как дебил. Ладно, кончаем с ним. Еще и не закончился. Все, закончился. Буржуй. Собирает монеты и... Собирает монеты и может давать вам случайные усиления. При смерти подает случайные монеты. Господа, с нами Трамп. Вы видали, видали? Он на Трампа похож. Вау, 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 это что, клинок ветра, танец на поле боя, пассивный. Это оружие наносит урон в ближнем бою. Чё? Нихерашечки! Вот это обалдеть. А оно больно бьет? Ну, слушайте, выглядит прикольно, но, как по мне, маленько неэффективно. Ну, давайте попробуем, почему... Почему бы, собственно, нет? Давай. Вот это мясорубка, слушайте, так-то. Это так-то мясорубище. Ну-ка, давай еще. Вперед. О, кошак слов. Кошак помер и оставил после себя кучу сердец. Но, блин, они мне не нужны в таких количествах. Ну ладно, будем знать, что они здесь есть. Телепортишка. А где, блин, опять секретная комната? Слушайте, я ее опять найти не могу. У меня нет ключа. Давай. О, издалека там что-то доносится, какая-то херня. Это мне за то, что я урон получаю, открылась комната. Ну, блин, и снова не удалось углубление. Печальненько. Но комната у нас активировалась, сейчас мы в нее обязательно зайдем. А, дойдем вот сюда. Давай. Жалко, что она... Да блин, харе. Жалко, что она бомбит не на постоянку. То есть вот если бы она прям постоянно вот так вот крутилась, светилась и так далее, вот было бы классно. Но и так тоже прикольно, слушайте, такая мясорубочка. Импровизированная. Давай. Шарики разрушают только в путь. Так, здесь граната. У меня гранат много. То есть вот так, да? Хорошо, ладно. Монетка, яичко. Отлично. Еще яичко. Так, и что у нас здесь? А, вот сюда переход. О, еще граната. Это хорошо. Монетка, еще яичко. Ням-ням-ням-ням-ням. У нас может быть много союзников интересных всяких. Но они почему-то вылупляться не хотят. Очень странно. Очень странно. Так, ладно, давайте пойдемте в комнатушечку нашу. Сначала давайте сходим за хп. Вот у нас вот здесь вот хп лежит, потому что там, скорее всего, будет комната жертвоприношения. И там нужно будет отдать хп в обмен на предметы.
Давай. Она у нас... А, только с вот этого можно ее увидеть, да? Окей. Вот она. Да, это комната жертвоприношения. У нас здесь получается две комнаты. Если мы набираем красный индикатор, у нас вот эта комната жертвоприношения. Если мы набираем голубой индикатор, который за кристаллы, то, скорее всего, здесь нужно будет принести кристаллы сюда. Так, жертвоприношение. Я отдаю одно сердце, видите, в обмен на предметы. Лев. Чем больше у вас питомцев, тем больше урон наносит ваше оружие. Окей. Глиняный голубь. Взрыв — это искусство. Есть шанс, что после убийства врага вы взорветесь. Я не хочу взрываться. Так, и это что у нас? Душа самурая. Есть шанс выстрелить большой пулей. Ну, слушайте, нет, питомца у меня есть. Давайте вот башку льва возьмем. Не знаю, конечно, стоило ли это принесение в жертву одной хпшки, но все может быть, все может быть. Ладно, у нас осталось одно ответвление, здесь тоже хп. Уровни-то небольшие, слушайте, ладно, давайте сходим к торговцу. Может, у него что-то интересное еще. Твою мать, мне кристаллы нужны. Так, окей, тогда где мы можем попробовать добыть кристаллы? Вот здесь... Ну тут, скорее всего, все. Тут ключи нужны. Можно попробовать. Кстати, у нас же есть шанс открыть взрывом. Да, смотрите. Сюда два кристалла. Один кристалл и яичко. Во! У нас же есть шанс открыть взрывом. Это круто. Давайте попробуем еще раз. У нас гранат, в принципе, много. Так, где еще у нас ящик? Вот здесь. Вот здесь у нас ящик. Блин. А здесь тоже можно же попробовать взрывом открыть. Вот я дебил. Сам себя подбил. О, открылось. Крутяк. Подбираем бронечку. Бам. Отлично. Еще два. Так, еще два кристалла. Куда мы можем их потратить? Так, у нас еще вот здесь сундук. Давайте попробуем его взять. Да, он тоже такой же. Открывайся. Отлично. И ключ. Ну ладно, ключ нам пригодится в будущем. У нас три кристалла есть, можно зайти к торгашу. Можно зайти к торгашику. Хопа. Еще кристальчики в жертву приносим. Ё-моё, у него же две пушки. У него же две пушки. А смотрите, навык не работает на эти... На те места, где они продаются. На магазин не работает. Только на те, которые валяются. Хм. Ну слушайте, давайте возьмем гранату. Гранату мы возьмем. И что это такое? Не, мне вот эта штука... Мне вот эта штука, конечно, нравится, но насколько эффективна она будет против босса, вот это вот очень сомнительно. Поэтому давайте, не знаю, вот за 70 возьмем. Что это такое? Невинная ложь. А, нет, стоп, подожди, что это? Рыжий кот. Воу. Послушайте, вот это прикольно. По три снаряда еще. Слушайте, давайте попробуем с такой побегать. Так, кто у нас там следующий босяра? А где у нас босс-то, кстати? Я еще босса-то не нашел здесь, слушай. А уже придумал, как его валить, но еще и не нашел его. Вообще, я что-то быстрый очень. А вот и он. А вот и он, а вот и он. Ну, по силе примерно то же самое, что то оружие. Но там прикольно было, что они по несколько раз их били. Так, бог видеороликов. Это наш бог, господа. Бога и Ютуба, так сказать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. У нас Трампа убили. Трампа убили, да. Точно. Трамп убит. Из него выпало много монет. А, все, он психанул. Так, надо у него планшет и планшет еще сбивать, чтобы не мешались. О, он меня смайлами еще кидает. Так, у меня сколько не дотягивается до него. Ай-яй-яй-яй, у меня одна хпшка осталась. Одна хпшка. Ай, пол хпшки. Ай, твою маму. Вот, смотрите, теперь мы умерли. И у нас есть вот этот код, введя который мы получим с вами вот это вот все. То, что лежит у нас в кармане. Давайте я это прям даже не поленюсь и сфоткаю. Ну, мало ли, пригодится. И что ж, у нас три штуки есть для прокачки. Три вот эти, я не знаю, не помню, как они называются. Отправляемся в бар и смотрим, что мы можем прокачать.
То есть, как вы помните, эта игра основана на смерти. То есть нам придется умирать, чтобы иметь возможность прокачиваться и так далее и тому подобное. Так, мы можем потратить только на вот это. Слуга смерти. Убейте достаточно врагов и будет выпадать больше сердец. Интересно, это какой-то набор предметов. Ну, нам качать пока больше нечего, поэтому накачаем это. Так, ознакомительная версия. Вы получите эти предметы при следующем прохождении. Что такое? А что значит ознакомительная версия? Я не понимаю, что значит вот эта надпись «ознакомительная версия». Ладно. В принципе, мы посмотрели на этого персонажа. Довольно интересно. Удобно читать то, что у него... Удобно читать с помощью его навыка то, что мы подбираем, но не очень, не вижу особого в этом смысла, только если предметы, вот когда нам приходится их выбирать. А так, ну, решать вам, собственно. А пока всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте и увидимся в следующих сериях Neo Nebis. Пока-пока.